Ребят, всем привет! С вами канал Гриль Мангал. Сегодня я расскажу, как приготовить за 5 минут слабосоленую горбушу. Для этого нам понадобится сама горбуша, соль, литр воды, укропчик для подачи и масло. Давайте приступим к разделыванию горбуши. Мы ее перевернем. Как она разделывается? Берем вот так вот. Дорезаем до хребта, разворачиваем нож и режем по хребту. Так, одна филешка у нас есть. Берем, переворачиваем также рыбу. Точно так же режем до хребта, разворачиваем. И срезаем точно так же по хребту. Но для этого нужен очень острый нож. Все, второе филе у нас есть. Это, в принципе, мы отправляем на суп. Разрезаем и откладываем на суп. Так, смотрите, здесь еще остались ребра. Точно так же мы берем, срезаем. Стараемся тоненько, тоненько срезать. Так, ребра срезали, теперь срезаем тёшу. Это хорошо под пиво пойдет. И остались у рыбы вот здесь вот мелкие кости. Ну вот, у меня есть пинцет. Сейчас я вам покажу. Вы не поленитесь, чтобы рыба вкуснее была. Берете и вытаскиваете вот такие вот косточки. Это мы сделаем за кадром. Я вам покажу. Вот, видите, еще раз. И также проделаем со вторым филе. Потом покажу, как снимать со шкуры. Так, смотрите, очистили мы от косточек, вот здесь вот косточки, я вам говорил, теперь будем снимать ее с кожицы. Берем, надрезаем ножик, сюда углубляем и ведем, кому неудобно, можем вот так вот вилку взять. Вести. Опять же, должен быть острый нож. Все, кожу мы убрали. Вот такой вот кусочек филе у нас получился. Сейчас убираем точно так же второй и будем делать рассол. Так, получилось у нас два кусочка филе, они без кожи полностью. Теперь давайте мы сейчас их отложим в стороночку и сделаем рассол. Наливаем литр воды, но лучше налить теплую, потому что нужно будет растворить соль. Налили литр воды. Добавляем 6 столовых ложек соли. Все это тщательно перемешиваем, чтобы соль растворилась. Для этого и нужна теплая вода, потому что в холодной воде соль будет дольше растворяться. Так, друзья, почти соль у нас растворилась, там осталось чуть на дне. Давайте теперь нарежем наше филе, ну вот, вот такими кусочками, где-то по сантиметру.
добавляю все это сюда. Также делаем второе филе. И точно так же отправляем это сюда. Чуть-чуть перемешаем, чтобы рыба отстала друг от друга. И оставляем это ровно на 5 минут. Через 5 минут будем доставать. Итак, друзья, прошло 6 минут. Мы теперь укладываем нашу рыбу на салфетки, чтобы убрать лишнюю влагу. Так, теперь сверху берем. Промачиваем. От лишней влаги. Теперь берем такую вот мисочку. На дно наливаем миски оливковое масло. Берем, выкладываем слоями нашу рыбу. Слой выложили, еще раз полили маслом. Ну и так слой за слоем. Так, выложили все мы в мисочку, закрываем крышечкой и убираем в холодильник. В принципе, с утра можно уже будет есть. Итак, друзья, наша рыба за 5 минут готова. Это, конечно, не семга, но по вкусу будет, поверьте, как семга. Кому понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, дергайте колокольчик. Всем удачи, всем пока.